Всем доброго дня. Вилочный погрузчик Komatsu. Где-то 90-х годов. Грузоподъемность 3 тонны. Установлена цельнолитая резина. В среднем состоянии. Впереди получше. Протектор глубокий достаточно. Установлено освещение. Ручник работает. Тормоза отличные. Стрела вагонная, трехколенная. Это дизель-автомат. Подъем на 4,7 метра. Погрузчик в очень неплохом состоянии. По наработке 10 220 моточасов. Сейчас продемонстрирую его в работе. Thank you.